Хе-хе-хей! Привет, ребята, с вами опять Алекс, и продолжаем дальше играть в Clash of Royale. Clash of Clans был установлен. Кстати, да, будем играть. Это круто, наверное. Не знаю, я никогда не играл. Давайте, что у нас там? Бесплатно. Монеты. А этот чувак, конечно, рулит. Скелетики у меня прокачаны, у меня просто нету больше денег. Да, чуть-чуть не хватает, чтобы открыть. Что еще тут есть? Все? Это все было? Да? Это все? Так, какие-то бесплатные, по-моему, что-то есть. О, милашечка! По-моему, он кушал чупа-чупс, у него такой язык. Так, синенький. Где бесплатно? Опа-опа-нац! Епик, арбалет. А вот это... О, 150 стоит. 45 только у нас. Блин, у нас вообще-то мало. Вот этот чувак тоже хороший. Ну, это эпическое. Это редкое, это эпическое. 1000. Шарик. Кстати, у нас вообще-то нету шарика. Надо будет денег копить. Так, ладно. Давайте назад. Карту я знаю, что я могу сделать, но опять-таки нету денег. Ладно, в бой. А, стой. Открой. Понятно. Такие себе сундучки. Так, погнали. Бой. Так, началась коронная лихорадка. Да, надо вот пока дать жару. Ой, давно не играл. Ой, очень сильно звук. Надо будет приглушить, но сейчас у меня некогда. Давай. За родину! Так, за родину не получится. О, только не того ты убил, товарищ. Того он убил. Мухи! Блин, очень-очень звук поменьше дать. О, то болит голова. Нормально, идем потихоньку, но он нас бьет. Так, у нас тут толпища. Толпища, это хорошо. Вообще хорош, лепота. Так, по-быстрому. Плохо, плохо я это сделал. Зря потратил чуваков. Так, поддержка Зузака. Пошел. Сколько у него бунгал. Так. Теперь пошла жара. Три жизни осталось. Вот и победа, ребят. Три жизни осталось. Три жизни у него в моей башенке.
Так, чё? Ничего нового. О! А, я думал 1000. Нет, у нас пока мало. Нам надо этот карусель взять. Ну, он не карусель называет. Шарик надувной этот нужен. Так, вот мне нравится вот эта тема. Ну вот и все. Да. Так, зря я это сделал, конечно, блин. Ой, зря я это сделал. Толпа. Хана. Фу. Это, конечно, хорошо. О, охрана! Все, не успеем. Это, конечно, больно. Много. А, зараза. О, охрана. Сделали, ребята. Сундуков у нас больше негде размещать. Так, забираем награду. Редкая карта. Что за летучка? А вот и эпический шар, ребята. А там что продавалось? Тоже эпический шар. Если купить бесплатно, получается еще одна карта на эпический, да? Эпический шар. Так, потом... Еще надо 500 у меня денег. Гоблина просто потому, что надо повысить уровень. Так, а тут что, повышение будет? Первое повышение будет очень маленькое. То есть 50 рубчиков. А, 400? Ну, давай 400. Что это за фигня? Оно идет и потом... О, оно достаточно мощное. Урон, ого, 660 урон при уничтожении, оно еще когда уничтожает урон. Здоровья довольно-таки много, но выбираем вместо кого? Ух ты, ух ты, а вместо вот этого. Давайте вместо командира. Так, денег опять нет, что это за хрень? Играй, выиграй награды. Король, 8 уровень надо. Плата за участие бесплатная. Ага, давай бесплатно пока.
Какой нафиг бесплатно? Вступи бесплатно. О, ага. Давайте посмотрим, чё можно выбрать. Я не знаю, давайте. Я не знаю, что это такое. Так, это 2 стоит. Ладно, по 2. Чё это? Этого я тоже не знаю. Так, вот этого я тоже не знаю, не видел никогда. Он мне выбирает, я ему. Что это за челики? Вообще не в курсе. Какой-то новый дракон. Не знаю, что это такое. Что это за фигня? О, землетрясение. Что это за чел? О! Вот так себе. Так себе челик. А, ну это сильный, похоже. Уга-уга! Классик. Нормально. Нормальные такие челюсти. А, походу, этот взрывается или что с ним? О, нормально было. Нормально потрусили, ребята. Потратил. О, это плохо. Это же дева. О, господи, нет. Держи натиск. Нет, блин, успел. Ой, походу хана нам. Да, не успели. Ладно. Первое поражение, вроде бы три поражения. Да, три поражения. Не знаю. Давайте так. Огоньки. О, 8 аж стоит. Ладно. 6. О, ракета давай. Посмотрим, что у него за дела.
Ладно. Так, нормально убили. Что это? Ух ты, откуда он кидает гранату? Ничего себе, интересный. Лучший, блин. У меня очень эти много требует ресурсов. О, вот это классная тоже тема. Блин, у меня очень много ресурсов, ёмные карты. Ждем пока. Чувак, как у меня это защита. Короче, я понял. Так, чувак сильный. Так. Он с этой стороны. Блин, я вообще не, нечем защищаться. Есть. Все, это фиаско, братан. Серьезно. А это что за дятел? Жесткий чувак. Фу, чуть-чуть не хватило, чтобы он меня убил. Ладно, один раз. Один раз мы сделали. 50 нужно победа. Чё, скелет? Ну, конечно, что ты хочешь? Тебе ничто, ничего хорошего тут не дадут. Так, чё взять? Давайте вот так пока. Машинки мне понравились. О, этот чувак жесткий. Так, давайте дракончика. Тоже большие карты, большие ресурсы. Ууу, сразу такое дело. Ого, удар у него, конечно. Будь здоров. Вау, этот очень здоровый, блин. Эти тоже классно стреляют. Или он вышел, или сдался, или что-то такое. Не знаю.
гигант. Гигант хорош, конечно. Так, ищем другого чувака. Так, давайте бочку. Не нужна мне ракета такая большая. Так, давайте эти шпундели. Так. Вот этот чувак вообще жесткий на. Ух ты. Куда ты пошел? Желешка, ты же можешь. Вот, да. Так, что там у нас? О, давайте, давайте. Успел. Так, а мортира классная тема. Блин, это что за канопаты? Только летит. Еще один такой. Потеряли, ребята. Ну, как интересно стало. Нам хана. Ну да. Да. Вот у него вот эти приколы очень сильные, потому что они летают, летают, и поэтому мы ничего не смогли сделать. Так, что это вот за... Такого у нас никогда не было. Так, давайте этого. Ракета, снежочек. Вот этот что из себя представляет. Что? А, вот эта машинка, типа. Которая у него была. Нормально упало. Так, еще раз ждем этого. Вот это что такое? Так. И здоровый пошел.
О, вот этот. С пушкой, короче. Плачет. Да! Сделано. Три раза, по-моему, мы никогда не выигрывали. Это круто. Так, деньги вроде бы. О, 1000 денег. Очень нам нужно 1000 денег сейчас. Важно. Так, вот что, вот этот тяжелый случай. Так, вот это мне понравилось. Снежочек, не знаю, газолин или снежочек. Вот. Так, вот лучше дракона. Так, ну что ж, удачи. И у тебя удачи, товарищ Сахов. О, классно вообще. Классный у него друиды или кто он такой. Так, что-то у меня зависло. А, блин, этот прям как пират. Так, 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 ждем прихода. У меня, скажем так, плохо. Все плохо у нас, ребят. Ууу, снежок. Да, упали щиты, короче. Ой-ой-ой, как он валит, этот чувак. Так, не успел, это уже хорошо. Блин, а он стреляет. Прям в домину. Прям в домину стреляет. Пока он будет стрелять. Это уже еще. Так, ждем прикола. А, ты это видел? Прикольно было. Реально было прикольно. Зараза, а? Блин, это проигрыш, конечно. Это у нас большой-большой проигрыш. Блин, этот эльф, конечно, просто смерть. И все, как бы дальше платно. Да бы дальше платно, мне не интересно. Так, 1000 есть. Что я могу улучшить? Так, улучшить. Это до сколько? О, 50. 50 нормально. 50 это нормально. Так, а тебя? Ууу, 1000. И скелетов тоже 1000. Тысяча, но пока не буду тратить деньги, да вообще-то и не могу делать улучшения. Так,
вот этот драндулет. Туку-туку-туку-туку-туку-туку. Какой урон там. Урон не так уж и хорош. Так, у нас еще один ящик. Награду забираем. Появились деньги. Надо в любом случае прокачать, ребят. Давайте прокачаю все-таки девчоночку. Она тоже хороша. И чтобы быстрее получить новый опыт. Ну, ага, еще здесь награда есть. То есть короны все-таки прокачались. Так, еще немножко денег. Стало мало. Опа, бочка со скелетами, обычная карта, то есть ничего такого обычного, необычного. Чуть-чуть не хватает. Так, походу я могу еще и скелетики улучшить, если, конечно, хватит денег. 400, ну давай. Ради опыта это все делаем. Ох, еще 90 надо до следующего опыта. Так, и там, походу, две картишки, у нее по 1000. По 1000 это невозможно. Что, еще что-то есть? О, большой сундук, ребят. О, деньги. О, наша. Так, ракетка редкая, но она стоит много. 6 где-то. Не знаю, какой там урон. О, адская башня. Тоже классная тема. Так, это что? Все сделалось. Забираем. Награду забираем. О, могу улучшить две карты. У нас типа их 3. Так, ну я башню, наверное, улучшу. Башня-то хорошо. Башня это, конечно, бомба. И еще раз улучшим башню. Башня, конечно, вообще та-та. Она стоит 5. Так, сколько денег? Еще 1000. Ну, скелеты там еще. А, эти были. Ну, давайте эти. Все. Опыт, опыт! Да! Немножко стали посильней, посильней, посильней. Та-та-ра-та-ра-та. А что, опять 3 карты у меня? А, это... О, коллекция башен. Типа, какие башни ты хочешь сделать? А, это надо добраться. Это... Пока нам не грозит. Так, эмодзи. Не, не надо. Ну, чё, как? Всё, вроде бы. Давайте еще последний бой или нет? Да, 33 минуты. Да, наверное, хватит, ребята. Ну что ж, у нас есть левел. Попробую дальше пройти. Ну что ж, всем спасибо, всем пока. Ставьте, и все будет ок. Чао.